Глава администрации Олег Фурсов провел объезд 5 районов города. В Ленинском и Самарском с уборкой снега справились, а вот мусор вывезли не везде. За время объезда Самарского района вместо заявленных 55 уборщиков удалось встретить только 6 человек. Глава администрации особо подчеркнул, за некачественную уборку управляющим компаниям и подрядчикам будет уменьшен объем субсидий с городского бюджета. Подобные санкции уже применены компаниям «Кедр-1» и «СКК». За январь подрядчикам не выплатили в общей сложности почти 2,5 миллиона рублей. Уже ясно, по итогам февраля часть работ также не будет принята. Замечания к уборке появились и в ходе объезда Октябрьского района. Сейчас необходимо нам срочно провести ворошение снега и ежедневно организовать подбор этого мусора. Также мы обратили внимание, там, где еще есть синевые тротуарные дороги, и там, где есть еще снег, и там, где есть лед особенно, необходимо буквально за 2-3 дня справиться с этой задачей. Очистить все тротуары для того, чтобы жителям шлось совершенно нормально по нашим дорогам. Итоги объезда 5 районов города глава администрации подвел на еженедельном совещании в мэрии. В этом году с территории города вывезено рекордное количество снега – более 600 тысяч тонн. За всю прошлую зиму вывезено порядка 500 тысяч тонн. Мэр поручил мобилизовать на весеннюю уборку спецтехнику всех муниципальных предприятий. С этой недели на работу в городе выходят уличные пылесосы. Увеличится и штат дворников. На уборке улиц уже задействованы 27 человек, осужденных за административные правонарушения. Поскольку самарцы неохотно нанимаются на такую работу, в ближайшее время планируется нанять до 150 человек из числа иностранных мигрантов. Сейчас на площадях городского центра занятости оказывается полный комплекс услуг по выдаче патентов, значит, иностранной рабочей силе. Поэтому я прошу подготовить необходимые шаги, чтобы как можно быстрее принять нормативное количество дворников, чтобы город у нас был чистый. Также глава администрации поручил проверить участки, где зимой проходил ремонт теплосетей. Тогда заасфальтировать их было сложно из-за промерзшей земли. Мэр распорядился провести учет каждого участка и благоустроить их как можно быстрее. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, события.